Сегодня буду готовить куриные котлеты с творогом. Здесь у меня лоток куриного филе, тут 850 грамм, 200 грамм творога уйдет. Затем буду добавлять еще пару столовых ложек майонеза, можно заменить сметаной. Еще сюда из приправ буду добавлять карри, черный молотый перец, соль, французскую горчицу. И в фарш добавлю еще лук, чесночок и одно яйцо. Я порезала курицу на такие кусочки, чтобы у меня поместилась в мясорубку, и с лука сразу повырезала донышки. Я никогда их не использую, так как они жесткие и мне не нравится их привкус. Ну, чесночок заброшу просто так. Измельчать буду с насадкой вот с такими крупными отверстиями. И теперь буду добавлять все добавки. И теперь все тщательно перемешиваем. Местами попадались вот такие крупные комочки, я их просто растирала при помощи ложки. И это у меня был творог, который не зерненый. Добавляю на сковороду растительное масло, разогреваю ее. Выкладывать на сковороду буду при помощи столовой ложки и уже на сковородке буду формировать котлетки. И обжаривать буду с обеих сторон до золотистого цвета на растительном масле. Я котлетки дожарила, вот такое количество получилось из исходных продуктов. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Всем приятного аппетита, жарите вкусно!